Москва требует от Киева провести тщательное расследование по факту нападения на российское генконсульство в Харькове. Накануне полсотни украинских радикалов устроили беспорядки у здания депмиссии. Вели себя активисты агрессивно. Все входы и выходы заблокировали. Здание забросали бутылками с зеленкой. Ею же поливали всех, кто пытался выйти. Около сотни сотрудников милиции, находившихся рядом, не предприняли ничего в отношении вандалов. МИД России сегодня выступил с заявлением по поводу инцидента. В нем сказано, цитирую, российская сторона требует наказать всех участников и заказчиков позорной провокации, а кроме того, принять надлежащие меры по обеспечению безопасности российских загранпредставительств на Украине.